Приветствую вас на моем канале. Сейчас я вам расскажу, как можно сделать Apple ID с помощью официального сайта Apple. Перед началом регистрации у вас должен быть новый почтовый ящик. Я его сделал в сервисе Яндекс. Приступаем к регистрации. Заходим на официальный сайт Apple. В самом низу данной страницы выбираем учетную запись и управление вашим Apple ID. Нажимаем «Создать Apple ID». Заполняйте все данные латинскими буквами. Это очень важно. Выбираем нужную нам страну. Пишем наш новый почтовый адрес, который вы создали. Он будет служить вашим логином к Apple ID. Внимательно проверьте, правильно ли вы написали адрес. Придумайте пароль. Отвечайте на контрольные вопросы. Ответы на них вам понадобятся, если вы забудете пароль к этому Apple ID. Вводим код с картинки и нажимаем «Продолжить». Теперь нужно зайти на почтовый ящик, который вы указали в регистрации. Скопировать этот код. Вставить проверочную строку и нажать «Далее». Копируем логин вашего Apple ID и переходим в App Store. Вставляем его и пишем пароль к нему. Нажимаем «Войти». В появившемся окне нажимаем «Посмотреть». Выбираем «Не сейчас». Нажимаем «Принять положение и условия». Далее. Все заполняйте, как у меня. Данные для регистрации и другие способы для создания Apple ID будут под видео в описании. После того, как заполните все данные, нажмите «Далее». Как видите, Apple ID создан. У данного варианта создания всегда происходит ошибка, при котором магазин App Store автоматически не меняется. Чтобы это исправить, нужно выйти из учетной записи и снова войти в нее. Как видите, App Store изменил магазин. Теперь вы можете скачивать игры и приложения, доступные для данной страны. Спасибо за ваше внимание и до новых встреч!